Ребят, всем привет. Уже еду в Москву поездом 133 Дербент Москва. Ну вот, извините, немножко за конфуз, это у меня стекло на очках, скажем так, треснуло. Ну вот. Так что хочу сейчас заснять обзор купешечки. Конечно, купешечка немножко отличается от, ну, от предыдущих, скажем так, поездов. Вот. И, конечно, сама купешка — это вот мое место. Ну, да, то есть можно видеть, отдельно идет матрас. Вот, то есть спинки здесь откидывающиеся нет. Это вот мое место. 19-е. Вот так вот это все это выглядит. То есть это вот уже, ну, не знаю, собранная, не собранная, вот такая вот версия. Вот здесь можно видеть такие допотопные такие вот держатели, розеточки вот такие вот. Вагон у меня, кстати, вагон у меня 10-й. Вот такой вот обзорчик из окна. Ну, соответственно, розетка. Вот такой допотопный светильник. Правда, не знаю, как он тут включается. Не поняла. Такой же имеется у меня здесь. А, нет, все, кажется. В общем, вот такой допотопный светильник. Такое вот допотопище. Здесь то же самое. Старые. Можно заметить, крючки старые. Все старое. Еще что самое интересное, ребят, еще что самое интересное, в проеме имеются старые сидушки, которые еще были давным-давно. Вот, вот такое зеркало, не во весь рост, не во весь рост, половинка, такие включатели, старенькие, убогенькие. Соседнюю купешку в таком вот собранном виде или разобранном. Ребята, вот такая вот сидушка, можно видеть. Еще был в советские старые добрые времена, я еще помню это, я еще это помню. И поэтому как-то так. Вот сейчас я вам покажу туалет. Это и так все отдельно с туалетом. Вот. Кстати, туалет бил. Ребят, ну, в общем, такой туалет. Это все вместе туалет. Туалет бил. Внизу это спускается штучка. Продукты еще не выставили.
какой-то обзорчик. Там, поскольку уже дальше, скажем так, полиция особо тоже светиться, скажем так, не хочется. Вот. Поэтому-то, ребятишки, как-то так.